Всем привет! У нас сегодня суббота уже такая холодненькая. Вот, мы сейчас выехали по магазинам за продуктами и еще немножко хотим зайти в молл, посмотреть Жорику сапожки, мы так и не купили. Сейчас покажу одну приколюху. Смотрите номер на машине. 666 АД. Ну, еще H, видно, для порядка. Окей, сейчас мы вот собираемся в наш маленький молл. Вы таки. Папу сбили. Я даже прям выжу, где я, в профиль. А? А, вот и мужчина, интересно, в белой шубке. О! Вот смотрите, в нашем итакском моле, как готовится к Рождеству. Установили такой закуток для Санта-Клауса. Вон камин горит. И the night before Christmas. Елочки стоят. И вот на этом зеленом кресле будет сидеть Санта-Клаус. Он прибудет через неделю сюда. И каждый сможет с ним фотографироваться. Ну и дети, конечно, будут говорить ему, что они хотят на Рождество. Каждый день с ним, с 16 по 24 декабря, с ним каждый день можно будет фотографироваться и, значит, загадывать свои желания. Ну, дети просят подарки у Санты. Главное, чтобы родители знали, что они просят у Санты. Так вот оформили небольшую территорию для Санты. Смотрите, у нас в молле сегодня выставка. Змей прям посреди зала. Привезли эти аквариумы со змеями, террариумы. Ходят вибрации. Там магазин этот, где выставляется. Сзади лежат там скидки с панцирами. Это не... Смотри, Жора, руками туда не лезь. Вот это, куда это вывезти. А вот, смотрите. Это как мы маленькие. Ой, это такое, как мы видели на дорожке. Во! Точно, только это большая. Тоже с клювом, да? Может, парень сломать. Жора, ты помнишь, мы такую видели, только маленькую? Да. А ты помнишь, когда? Ну, у нас такие водятся. Вот дохлые. Вот дохлая. Да, она не дохлая, она спит. Это да. Маленькие черепашки. Это стало столько, да, вот посмотрите. Скорпион. Они, оказывается, такие большие. Таранты. Маленькие аллигаторы американские. Кажутся такими безобидными, да? Но аллигаторы не нападают. Я думаю, разные ситуации бывают. Вы только посмотрите на этого любителя змей. Ну да, я тоже поглажу. Их никогда не гладила. Цвет у него хорошо красивенький, да? Смотрите, какую матрешечную тематику мы обнаружили здесь. Постельное белье, копилочка. Постель детская. Уже копилки каких только нет. Вот какой экстравагантный тип. Непонятно, женщина это или мужчина, честно говоря. Но очень солидненько.
А вот стоит щелкунчик с палочками. Бьет в барабан и головой вертит. Ну, идем. Все, все уже готовится к Рождеству. Все магазины. Уже у многих даже в домах стоят елки. Мы сейчас находимся в Эдмонсе, в супермаркете. И вот смотрите, что они уже рекламируют. Свое приложение на смартфон. С ценами продуктов, всякие акции, там все такое. Вот, мы можем скачать приложение на iPhone, на смартфон любой, я думаю. И сразу смотреть, что здесь продается, по каким ценам. Покупаем молочко. Молоко у нас дети много пьют, поэтому мы покупаем такими бадьями. Может, он такой-то такой? Вот уже продают индюшки к Дню Благодарения. Вот эта здоровая индюшка, кстати, стоит за фунт, стоит $1.19. Здесь почти 16 паундов, то есть здесь, ну, где-то 7,5 килограмм. И вот она за 18,85 выходит. Янг Тюрка. Тюрки. Турка, я тут, в общем, мы называем. Такие здоровые турки. Купим и будем запекать. Ну, не сегодня, но будем запекать. Знаете, есть монетки шоколадные. Так вот, продают эти монетки разных размеров. Маленькие, ну, тут маленькие, средние, такие побольше. Серебряные, золотые уже побольше. Ау! И вот уже такая здоровая монета. Золотая. Больше меня. Сейчас молодые люди вот эти вот покупали пиво. С них попросили их права, чтобы узнать возраст, чтобы было больше 21 года. Они сдали свои права кассиру, и он вызвал менеджера, чтобы менеджер подтвердил, что эти права не фальшивые, потому что здесь студенты очень много, ну, сами как-то каким-то образом, в общем, делают такие права. Поддельные, чтобы покупать спиртное. Пришел менеджер, подтвердил, этот парень пришел, сказал, все нормально. Какой белый мишка красивый стоит. Ну вот мы скупились, продукты покупили. Закончилась наша суббота, поедем домой, уже темно, уже, наверное, около 8, я даже не знаю сколько, 7-8. Мы сейчас вытаки в Эдмонсе. Игровая комната уже закрылась. Мы своих никогда не оставляем в комнате в игровой. И здесь, конечно, в вытаки можно смотреть и смотреть. Люди всех национальностей, всех возрастов, студентов куча. Какие здесь только можно не увидеть. Импозантных, оригинально одетых, интересно одетых. Просто спортивных тут очень много. Короче говоря, многонациональный город. Все, а мы домой.